С вами новости спорта. Я Марина Азябина. Здравствуйте. Начну с хоккея. «Сталь» провела на выезде пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ против команды из Рязани. Этот поединок стал последним в серии. Подопечные Ильназа Закитова поставили убедительную точку в этом противостоянии 3-1 и вышли в полуфинал, где сыграют с тверским клубом ТХК. Матчи 1-2 стадии плей-офф начнутся 28 и 29 марта на выезде. Дома «Сталевары» сыграют 1-2 апреля. К другим темам. Сборная Азербайджана по мини-футболу отказалась от услуг Сергея Чуйкова, спортсмена «Глазовского прогресса». Об этом сообщил наставник команды Тино Перес. Он подчеркнул, что Сергей Чуйков не сумел вписаться в игровую систему. Конец цитаты. Напомним, что глазовчанин не так давно в составе азербайджанской сборной выступал на чемпионате Европы в Сербии. Правда, сумел сыграть только в одном матче. Не до отдыха было и поклонникам такой экстремальной дисциплины, как триатлон. В Ижевске прошел финал Кубка России. В стартовых протоколах значились фамилии не только местных атлетов, но и гостей из 8 регионов страны. Все подробности мультигонки в нашем сюжете. Первыми на старт вышли юноши. Им предстояло преодолеть 2 километра бега, 4 велогонки и 3 километра гонки лыжной, что очень непросто. Тут без хорошей физподготовки не обойтись. С этим как раз все было нормально у одного из фаворитов турнира – Александра Васильева. Спортсмен из Чувашии с первых метров захватил лидерство и практически до самого финиша его никому не уступил. С собой доволен. Велосипед вот не очень получился. А бег вот хорошо, и лыжи тоже. На лыжах я постарался обогнать как бы. Остался с собой доволен и Тимур Пермитин из сборной Башкортостана. Он быстро бежал, ехал на велосипеде и шел на лыжах. Долго не задерживался в транзитной зоне. Тимур дал себе установку закончить сезон на мажорной ноте. И это у него получилось. Он финишировал вторым вслед за Васильевым. Лыжником мощнее меня. 2 раза. Ничего не могу сделать против него. Мы каждый раз всегда с ним зарубаемся. Не получается пока что. Но будем стараться. В мужской группе элиты вне конкуренции был ижевчанин Максим Кузьмин. У женщин первой пересекла финиш Марина Белозерца из команды Кировской области. Их победа мало кого удивила. А вот то, что среди ветеранов первым был ижевчанин Игорь Белов, многих впечатлило. Он обогнал на заключительном отрезке дистанции молодых спортсменов. Поскольку я бывший триатлонист, дуатлонист, это было очень давно. Потом перешел на лыжи, велосипед. Ну и бег уже сам по себе, бегом и дуатлоны, или эти триатлоны. Все легко и знакомо. Ну да. Стоит отметить и триатлонистов Удмуртии. Анастасия Смагина в женской элите была 3-й. Иван Чухлоцев среди юниоров 2-й. А ижевский маунтинбайкер Тимофей Иванов продолжает набирать международные рейтинговые очки. В турецком Измире прошла гонка, в которой приняли участие многие сильнейшие гонщики планеты. Тимофей, несмотря на прокол колеса на трассе, сумел прийти на финиш 6-м. А в это время на ринге Дворца спорта молодежной завершилось первенство Приволжья по боксу среди юниоров. Главными претендентами на общекомандную викторию еще до старта признавались хозяева турнира. В погоню за удачей ринули сразу 26 атлетов сборной Удмуртии. Сколько из них добрались до финалов, расскажет Дмитрий Вороновнин. Арифметика этого первенства ПФО слух болельщикам бокса Удмуртии ласкает. Из 26 представителей команды хозяев 7 добрались в полуфиналов и обеспечили себе минимум медали. 4 и вовсе вышли в финал и боролись за золото. Первым из наших чемпионом стал ижевчанин Рустам Арасланов. В решающем бою в весе до 41 килограмма Рустам уверенно обыграл нижегородца Юрия Пронягина. И бонусом к своей победе заработал еще и путевку на первенство страны в Анапу. Доволен победой, мне было очень трудно, ну, боксировать с этим боксером. Я первый раз боксировал с боксером, ну, длинным и высоким. И так что я рад, что я выиграл. Теперь тебе предстоит поездка в Анапу, да, на первенство ПФО. Как ты будешь готовиться? С нами соперники еще сложнее, сильнее будут, да? Да. Как ты считаешь, что там надо будет продемонстрировать? Ну, придется мне работать еще сильнее и трудиться к этим соревнованиям. Еще одно золото в копилку сборной Удмуртии положил глазовский легковес Даниил Габов. А это один из самых зрелищных и эмоциональных поединков финального дня. В ринге уфимец Салтан Назмутдинов, он в синей форме, и Рамис Галиев из Казани. Новым чемпионом Приволжья среди юниоров в весе 43 килограмма благодаря своему сверхмощному атакующему стилю становится представитель сборной Башкирии. Как ты любишь атаковать? Первым атакую всегда. Левый, правый, уклон, снизу, сбоку. Помогает? Да. Вернемся к хозяевам ринга. В более тяжелых весовых категориях 2 боксера из сборной Удмуртии Евгений Пятов и Фарид Улубеков завоевали серебряные медали. Остается добавить, что это первенство было отборочным не только на национальный юниорский форум, но и на летний финал спартакиады школьников России. Тренеры нашей команды в будущее смотрят с оптимизмом. Будем стараться выигрывать. Там туда
попадают сильнейшие с округов, с ведомств, и поэтому там будем стараться. По крайней мере, задел какой-то есть, да, ребята талантливые? Да, ребята есть. Это самый младший возраст, который можно боксировать, и поэтому мы будем биться до конца. Отметим, что общекомандный зачет первенства выиграли самарские боксеры. У них 5 золотых медалей, по 2 у сборных Кировской области и Удмуртии. Продолжаем выпуск. В Авожском селе Нюрдор-Катья прошли республиканские соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие многие сильнейшие спортсмены Удмуртии. На классической пятнашке победу одержал Ильназ Закиров. У женщин на дистанции длиной в 7,5 километров первой была Лилия Васильева. У юниоров отличились Екатерина Бужмакина и Павел Белослуцев. А в 9-й Ижевской школе состязались юно-шашисты, участники открытого первенства Ижевской чудо-шашки среди школьных команд 1-4 классов. Выступали на турнире и гости из Малопургинского и Воткинского районов. Победителями общекомандного зачета как среди девушек, так и среди юношей стали ребята из 41-го Ижевского лицея. Второе место у сборной 30-го лицея, третье у команды 74-й школы. И о легкой атлетике. В зимнем манеже прошло первенство Удмуртии, по марафону, на старт которого вышло около 40 человек. Быстрее всех преодолел 42-километровую дистанцию гость нашей столицы Александр Курочкин из города Березовский. А в полумарафоне длиной в 21 километр 95 метров победу праздновал наш земляк Александр Пантюхин. Это все. До встречи завтра.